Народная артистка России Татьяна Догилева призналась в том, что в молодости имела отношения с мастером спорта по фехтованию, передает Стархит. Актриса рассказала о романе с однокурсником, а ныне знаменитым деятелем театра и кино, Юрием Стояновым. Пара была вместе в ГИТИСе, где проходило обучение молодых людей актерскому мастерству. Реклама по воспоминаниям Догилевой. Стоянов был героем, романтиком с кудрявыми волосами, мастером спорта по фехтованию. По этой причине она и не смогла пройти мимо студента. Артист занимался сабельным фехтованием. За год занятий Стоянов приобрел звание мастера спорта. Ранее российская раперистка Инна Дереглазова завоевала золотую награду на этапе Кубка мира по фехтованию.